Приветствую вас, сталкеры. У многих возникает вопрос, чаще всего на рынке, где взять Рюгер? Очень просто. Рюгер, ржавый Рюгер, вы получите по квесту у, собственно, у этого персонажа. Вот он тут стоит, кузнец. Для этого ему нужна выструганная палка. На начальных уровнях эту выструганную палку как бы проблематично добыть, потому что она с одного ножа может не получиться. Поэтому, если у вас тысяч там 6 есть, то лучше купите, собственно, ее на рынке. Она стоит по стоимости ножа, ну, даже 1010. Ну, в принципе, можно и самому попытаться и добыть ее. Где добыть эту выструганную палку? Очень просто. Ну, как просто? Ну, в окрестности детского сада, там бомжи сидят. Вот они вот тут сидят. Они за квест выполненные, вы получите, собственно, выструганную эту палку. Ее надо будет выстругать. Для этого потребуется нож. Где взять нож? А нож, собственно, вы получите у Миши Охотника за выполнение его квестов. Там их 2 или 3, по-моему, сколько-то. Вы сможете их выполнять до 11 уровня. Таким образом, нож у вас будет. Чтобы получить эту палку, вам даже будет написано, собственно, на самой этой палке, какие навыки надо будет вкачать. Но если вы просто тупо один вкачаете перк на этом навыке, то вам она может с первого раза не получиться. Поэтому лучше, как бы в вашем случае, при недостатке опыта, лучше, чтобы несколько палок, несколько ножей. Ну, есть такой вариант, как сходите купить на рынке, но через бар больше вводит далеко не всех, поэтому это вам придется бежать на гурман. В общем, вам все-таки удалось получить палку. У вас есть, вам кузнец дал ржавый Рюгер. Вопрос открыт, как же, собственно, сделать его нормальным. На самом деле все очень просто. Для этого надо просто быть внимательным. Сейчас все вы поймете. Так, все компоненты, по-моему, у меня есть. Бежим к ремонтнику. Так, оп. Самое главное. Так. А, нет, все. Все на месте. Самый такой компонент, который вы не сможете добыть сами, его надо будет точно покупать, если вы не специалист, то есть если вы не врач, потому что масло может делать врач из семян. Спрашиваете тут у него, какие вещи можешь собрать, нажимаете автозаполнение, можно даже вот так, так, Рюгер мини, вот, и два брезента, я понял. Знаете, в чем моя ошибка? Мне не хватает тут брезента. Брезент, в принципе, он тоже попадается. Это распространенный материал, брезент. Я просто вот сейчас забыл. И вы собираете, и вы получаете новый из ржавого Рюгера мини. Вы получаете нормальный Рюгер мини. Проводник, по-моему, вводит с 11 уровня. Так что если у вас есть 11 уровень, вам не придется бежать до гурмана. Если нет, то ну придется бежать до гурмана. Если, конечно, у вас хорошие отношения с военными. Если у вас военные враги, то они вас не побегут, и вам придется аж... Но может такой вариант, что... Нет, но если у вас военные враги, то, скорее всего, белый-то
белые вас поведут. Так что следите за вашей репутацией. Так. Нам всего два брезента. Так, брезент. Штучки. Убираем. Есть еще один вариант, но он более дорогой. Конечно, лучше приятнее всего сделать это самому. Раскрою секрет, хотя это даже и не секрет. Люгер мини из ржавого в обычный может сделать каждый сталкер. Хотя бы один раз. Собственно. Достаточно просто иметь ржавый Рюгер и все остальные компоненты. Даже если вы 30 уровня, можете поверить, я проверял. Когда, будучи 30 уровня, мне этот квест брался на оружие. Без проблем. Так что можете тоже себе Рюгер сделать. А вдруг потом Рюгер М2, М3 и так далее, чтобы не тратить деньги. Так, ну вот, сейчас, я думаю, у нас все получится. Вот видите, он выделился тут. Нажимаем принять. Все. И бонусом нам еще и прицел дали. Знаете, а? Какой крутяк. Но вот этот Рюгер, он уже выпадает. Так что будьте осторожны, если кто привык с 7 Рюгером ходить, то что он ржавый персональный и не выпадает, то этот уже смотрим информацию, может выпасть и при добивании и так далее. Так что вот так вот переключиться с Джека на Рюгер уже, собственно, или на что-то другое уже небезопасно будет. Конечно, чтобы в Любиче его просрать, это надо постараться. Так. А, ну и да. На него, естественно, тоже потребуется магазин. Так что. А почему у меня ствол не стреляет? Вот такой вопрос появляется. Потому что вот у вас, что тут у нас есть? Прицел. Так. Глушитель можно повесить. И тактический фонарь. Странно. Почему-то я тут не вижу, чтобы требовался магазин. Очень странно. Ну окей. Так. По идее, как бы на нем. Вот, собственно, таким нехитрым образом можно добыть Рюгер. Конечно, сейчас не смогу из него, наверное, стрельнуть, потому что там патроны натовские нужны. Оружие не заряжено. Да, странно, не нужен магазин. Я просто надеялся, что он напишет что-то про магазин. Так что, ну да, такая бюджетная винтовка, на которой даже почему-то магазин не нужен. Вообще, ну, если честно, я считаю, что это недоработка. Так что все на самом деле предельно просто. Самое трудное — это масло. Ну, масло можно купить. И это палка. Палку можно добыть даже самому. Если, конечно, у вас этот навык хорошо не прокачан, то у вас получится со второго, с третьего раза, поэтому стоит повыполнять квесты Миши Охотника. О, у меня чертовка выпала. Всем пока, спасибо за внимание, смотрите другие мои ролики.